Глава Ленинского района Олег Хромов провел оперативное совещание. Основной вопрос – подготовка к отчетному собранию по подведению итогов социально-экономического развития Ленинского района за 2015 год, которое состоится 26 февраля во Дворце спорта «Видное». Планируется, что в мероприятии примут участие более 1000 человек. Отчет пройдет в формате диалога, где каждый присутствующий сможет задать интересующий вопрос компетентным службам. 21 февраля во Дворце спорта «Видное» прошел большой районный спортивный праздник. Ярким получился парад спортсменов муниципалитета, в котором торжественным маршем прошли представители спортивных учреждений района. Открывая мероприятие, глава Ленинского муниципального района Олег Хромов отметил: «У Ленинского района хороший потенциал для развития спорта. Я уверен, что мы вырастим еще ни одного олимпийского и паралимпийского чемпиона. Мы гордимся достижениями спортсменов Ленинского района, Подмосковья и всей нашей великой страны». «24 февраля в Центре социального обслуживания населения «Вера» в отделении дневного пребывания в рамках проекта «Встреча поколений» состоялась встреча волонтеров молодежного совета при главе Ленинского района с пенсионерами. Волонтеры читали стихи Сергея Есенина, Роберта Рождественского, стихи о любви, войне и поздравляли ветеранов с прошедшим Днем защитника Отечества». Межпоселенческая библиотека Ленинского муниципального района объявляет межрайонный литературный конкурс «Люблю тебя, мой край родной». Конкурс создан ради выявления и поддержки талантливых юных авторов. В качестве конкурсных работ можно предоставлять стихотворения, рассказы, сказки и другие формы литературных произведений. Приветствуются работы по темам «Родина», «Природа», «Семья». Более подробно о конкурсе можно узнать по телефонам 541-41-11, 541-16-21.